сделать прически всем куклам подружкам. У тебя хорошо получилось? Чем мы сегодня займемся? Давай вместе будем учиться делать прически. Девочки всегда должны хорошо выглядеть, быть аккуратными и ухоженными. Сначала причеши мне, пожалуйста, волосы. У тебя есть расческа, резинки, заколки и ленточки? Я люблю косички. Можешь заплести мне две косички, а сейчас себе. И еще нужно сделать прически всем куклам. А еще куколка умеет шагать. Для того, чтобы заставить куклу шагать, необходимо поставить куклу на пол и поднять ее левую руку вперед до упора. Взять куклу за левую руку, слегка наклонить ее от себя, создавая тем упор на ее правую ногу и плавно потянуть куклу вперед.